Вежливость. Глава 14. Знание. Сила. Дед Джулиан поразил всех яхтой Сорбонны. Как вы уже догадались, названа яхта была в память о Диминой собаке. О существовании этой яхты знали только дед Джулиан, как ее конструктор, и Димин отец Андрей Николаевич. Дед Джулиан работал над этой яхтой в течение 30 лет. А Андрей Николаевич присоединился к проекту позднее, и в течение последних 15 лет они довели ее до совершенства. Это была не совсем яхта. Это была одновременно и подводная лодка. Однако давайте рассмотрим все по порядку. Для того, чтобы не переутомлять читателей, я не буду описывать все подробно. Яхта была длиной 35 и шириной 7 метров. Высота мачт соответствовала 30 метрам. Яхта управлялась автоматически с помощью компьютера. Для исполнения команд управления в рангоутах размещались миниатюрные, однако достаточно мощные двигатели, а также датчики и тахогенераторы для обратной связи. Команды управления согласовывались с динамикой в соответствии с законами ее теории и учетом датчиков, оценивающих направление и скорость ветра, а также их производных по четвертую включительно. Мачты были закреплены шарнирно и в процессе управления обеспечивали наклон всей парусной оснастки в сторону ветра так, что создавалась подъемная сила. Яхта приподнималась из воды, иногда касаясь только килем. Сопротивление воды резко уменьшалось, и яхта при хорошем ветре, курсом бакштаг, иногда достигала 100 узлов, примерно 170 км в час. Вы скажете, что яхта не может перемещаться быстрее ветра? Может. При курсе бакштаг ветер дует примерно под углом 90 градусов к оси яхты. Вектор скорости ветра разлагается, и с учетом того, что практически угол отличается от 90 градусов, вектор скорости, обеспечивающий движение яхты, превышает исходный обычно больше, чем в 5 раз. При скорости свежего ветра в 40 км в час может быть обеспечено движение 200 км в час. Конструкторы держали в секрете главное достоинство судна – это способность погружаться в воду и двигаться под водой со скоростью в 3 раза превышающей существующие рекорды. Перед погружением весь такелаж с мачтами автоматически сворачивался и складывался вдоль палубы. Грот мачта и бизань мачта для компактности имели телескопическую конструкцию. В качестве материала для корпуса и мачт судна использован титан и углепластик. Все описанное выше служило для того, чтобы сохранить в тайне главное преимущество судна и то открытие и ряд изобретений, которые сделали дед Джулиан и Андрей Николаевич. Они открыли особенность акустической голограммы, ее возможность управлять плазмой, и как результат осуществили управляемый термоядерный синтез на основе дейтерия и гелия-3 без нейтронов, получив таким образом термоядерный генератор без радиации от синтезируемых в обычных условиях множества радиоактивных элементов. Генератор был заключен в надежный свинцовый корпус. Этот термоядерный генератор был оборудован магнитогидродинамической системой для производства электроэнергии. Весь корпус судна служил холодильная установка для охлаждения генератора на основе жидкого азота. Плазма, в зависимости от потребляемой энергии, регулировалась автоматически. Вырабатывалось постоянное напряжение 24 вольта. Мощность генератора составляла примерно 1 мегаватт. Эта энергия могла поддерживаться в течение 120 лет. Особенностью яхты, если на нее смотреть со стороны носовой и кормовой части, было то, что по ее оси проходило что-то наподобие тоннеля. Диаметр тоннеля в носовой части составлял примерно 2 метра, в кормовой 1 метр 70 сантиметров.
Это было средство перемещения под водой, похожее на систему передвижения кальмаров. Если установленные внутри, вдоль тоннеля, напротив друг друга две пластины резко сближать, то скорость движения воды в кормовой части будет быстрее, чем в носовой, и обеспечит поступательное движение. Мощность специального электрического двигателя составляла примерно 500 лошадиных сил и позволяла делать 60 узлов около 100 км в час. На вопрос любопытных, для чего нужен такой тоннель, дед Джулиан говорил, что так нужно для рыбной ловли. На яхте было 14 кают и одна кают-компания. Все радостно встретили Диму, особенно клерк из Сити Холл. Я не проинформировал читателей, что на яхте Сорбона состоится две свадьбы. Мы с вами будем свидетелями свадьбы Димы и Джури, а также Иисуса и Сузи. С клерком было непросто. Ответственный клерк Департамента регистрации браков Моше Рабинович не соглашался все регистрировать в один день, пока ему не вручили увесистый пакет с долларами. А сейчас он начал опять нервничать, так как у него скоро на очереди еще одно подобное мероприятие. Затем он совершенно успокоился, когда ему вручили еще один конверт. Деликатные вопросы с мусульманской и католической общиной удалось отрегулировать, используя дипломатические способности как родителей Джури, так и родителей Иисуса. Дима быстро переоделся. Джури и Сузи уже были готовы и, соблюдая национальные традиции, приступили к торжественным обрядам. Заняты были абсолютно все. У каждого из присутствующих было по несколько ролей. Однако энтузиазм и та необычность обстановки, в которой в силу сложившихся обстоятельств оказались все присутствующие, стимулировали у каждого проявление особых качеств. У всех присутствующих отмечалась необыкновенная ясность мышления, обострение памяти и захватывающая дух радость. Холодная погода с довольно свежим ветром нисколько их не омрачало. Что можно было представить лучше этих двух таких совершенных пар? Все преобразилось и засветилось новыми красками в лучах ярко светившего в этот день солнца. Клерк Моше Рабинович сделал записи в книгах, выдал сертификаты и затем свидетельство о браках. Поздравив присутствующих с этим знаменательным событием в их жизни, клерк удалился. Неожиданно послышался шум вертолета. Вертолет был где-то близко. «Дима и Иисус, пошли с нами», — сказал дед Джулиан. «Всем присутствующим просьба на палубу не выходить. Можете пройти в свои каюты». Дед Джулиан, Андрей Николаевич, Дима и Иисус прошли на место, которое на обычной яхте такого типа именуется капитанским мостиком. Здесь это место было изолировано от внешней среды оболочкой приличной толщины из усиленной пористым углепластиковым наполнителем двойной титановой обшивки. Такая конструкция обеспечивала устойчивость давления многотонного слоя воды. Дед вышел наружу, забрал швартовы, и яхта начала удаляться от причала. Верхняя часть места капитана представляла собой слегка затемненный купол, через который был хороший обзор сверху и на все 360 градусов вокруг. Купол выполнен из фотохромного стекла, которое темнеет при дневном освещении. При погружении оно становится абсолютно прозрачным. А здесь, дед показал на экран, с помощью согласованных световодов видно все то, что находится внизу. Шум вертолета усилился, и все обратили внимание, что у вертолета вместо шасси что-то наподобие громадных калош. «Вертолет собирается садиться на воду!» – воскликнул Иисус. «Погружаемся!» – сказал дед Джулиан. «Нам повезло! Когда вертолет сядет на воду, нас не будет видно за другими яхтами, стоящими у причала.
Дед объявил по громкоговорящей связи о том, что сейчас холодно, и он всем покажет удивительный подводный мир. Погода вдруг испортилась, ветер усилился, и внезапно хлынул сильный дождь. Вертолет опустился на поверхность Гудзона и исчез из вида. На экране монитора были обозначены все команды в привлекательном виде. Все функции ясно расписывались. Для управления достаточно было кликнуть мышкой, и управляющий сигнал поступал по назначению. Дед Джулиан кликнул мышкой кнопку «Погружаться», и весь такелаж скомпоновался с мачтами. Фок-мачта осталась без изменений, а грот и бизань мачты стали уменьшаться по высоте, и затем все три легли вдоль палубы так, что их не было видно. На экране появился запрос системы. «Выберите скорость погружения». Дед выбрал форсированный и вовремя. Дима уже через некоторый слой воды заметил, как подъехали машины, и четверо полицейских, выхватив пистолеты, кинулись к первой яхте, на которой никого не было. «Наша яхта нигде не зарегистрирована, поэтому сейчас пойдем в Венесуэлу и попросим Уго Чавеса, чтобы он нам помог. Он, к сожалению, неизлечимо болен, у него рак. Он может протянуть еще только 2 года. И, Иисус, ты должен нам помочь», сказал Андрей Николаевич. Как помнят читатели, в 6 главе мы упоминали о том, что президент Венесуэлы был родственником Иисуса. Ради благородного дела иногда приходится пользоваться родственными связями. Яхта всех удивляла своей неожиданностью появления и уникальностью своей конструкции. Дед Джулиан и Андрей Николаевич держали яхту под водой возле Рокуэй-Бич. Там было удобное место, наподобие причала, небольшой помост на сваях, предназначенный для рыбной ловли. С помощью дистанционного пульта управления производилось погружение, всплытие и швартовка судна. В пульте управления использовался инфракрасный лазер. Осуществление проекта стало возможным благодаря триаде, руководимой дедом Джулианом. Дед реформировал свою триаду. К Ушу Саньда он добавил необходимость каждого члена триады иметь квалификацию эксперта в области высоких технологий. Триада деда представляла собой лабораторию, которая была способна решать проблемы сложного технического характера и уже была готова приступить к выполнению заданий, однако что-то сдерживало от принятия такого решения. Перед нами предстал пример того, как важны знания и какие они имеют преимущества по сравнению с общепринятыми предметами материальных ценностей. Существует мнение, что знания нужны только в том случае, если они полезны. Это заблуждение. Знания полезны вообще, независимо от кажущейся возможности их применения. Знания, прежде всего, способ достижения уровня общей культуры, что освобождает от ошибок. Знания обеспечивают свободу действий и свободу принятия решений. Знания позволяют найти выход на первый взгляд из неразрешимой ситуации неожиданным, поражающим новизной решением. Часто можно слышать: «Зачем нам дают этот математический анализ? Зачем нам эти дифференциальные уравнения? Зачем нам преобразование Лапласа или ряды Фурье-Уолша?» Не будем судить их строго. Это взрослый детский сад или школьники, которые готовы радоваться, когда учитель заболел или умер. Как без этих знаний человек может мыслить свободно, без суеверий? Без этих знаний он лишает себя осмысленного понимания происходящих явлений. Без этих знаний создается впечатление, что всеобщее благосостояние решит все проблемы, сделает общество идеальным. Оказывается, это не так. Обеспечив себя райской жизнью, человек не становится счастливым. Ему нужны производные первого, второго, иногда четвертого порядка. Ему нужно найти себя в дифференциальном уравнении протекающих событий и его решить.
тогда он будет себя чувствовать на покоренной вершине.